звичайному житті людина навряд чи помічає, що живе створіння не має сильнішого і вірнішого охоронця, ніж орган зору. Миттєвого погляду достатньо, щоб замінити тисячі слів і звуків. Існує ряд захворювань, які не загрожують смертю, але позбавляють людину радості сприймати оточуючий нас чудовий світ сонця і фарб. Темна вода, жовта вода, зелена катаракта, очна мігрень, глаукома. Це назви, які дали люди одній з найпідступніших хвороб ока. Глаукома – захворювання з певним симптомокомплексом, в якому на першому місці стоїть підвищення внутрішньоочного тиску. Це захворювання при несвоєчасному розпізнаванні і нерегулярному лікуванні веде до сліпоти і стійкої інвалідності. Дане заболівання за счет периодически, либо постоянного подъема давления приводит к атрофии зрительного нерва и как результат слепота. Конечно, это хроническое заболевание, с которым на данный момент еще в мире нет определенной тактики лечения. Вроде бы, казалось бы, руки можно складывать, но все-таки надо что-то делать. Что-то делать, это в первую очередь, не забывайте хотя бы раз – два года после 40 лет обращаться к медицинскому персоналу офтальмологических клиник, отделений, либо просто в поликлинику на осмотр, померите давление. Если никаких проблем нет, значит и у вас проблемы данной нет на данный момент. Если же есть, тогда начинаем лечение. Чем вы можете заранее, как скажем так, выявить данную проблему? Когда вы сами можете заподозрить, что есть у вас эта проблема. В первую очередь обратите внимание на следующее. У вас может появиться такой симптом, как радуга вокруг источника света. То есть лампа обычная, а вокруг него в виде ореола радуга. Это один из таких ярких симптомов глаукомы начинающей. Дальше, если вы замечаете, что в последнее время вы часто меняете очки, непонятно ни по каким причинам, тоже задумайте, что есть уже какая-то проблема. Следующий момент. Непонятная слезливость, а головная боль, с одной стороны, боли в глазах, в одном глазе. Все это может являться первыми признаками глаукомы. Но самое главное, помните одно. Как правило, признаков глаукомы в начальных стадиях нет, симптомов нет. И, как правило, люди поздно обращаются за помощью, когда уже практически и помощь наша ни к чему не приводит. Поэтому самое главное – это ваше желание помочь себе заранее. То есть диспансеризация – то, что раньше было довольно распространено, и то, что сейчас пытаются каким-то способом реанимировать. Поэтому обращайтесь в соответствующие медицинские заведения, где вам померяют давление, проведут осмотр, и дальше будете знать, с чем у вас бороться, если есть действительно эта проблема. Ну, для тех людей, у которых все-таки глаукома есть, хочу следующее напомнить им. Самое элементарное. Если у вас давление нормальное на фоне приема антиглаукомных препаратов, вы должны встречаться со специалистом, который вас наблюдает, хотя бы раз в 3 месяца. Особенно это для начальной и развитой стадии. То есть первая, вторая стадия. Если же стадия у вас глаукомы третья, четвертая, то надо встречаться чаще со специалистом, потому что у вас протекание заболевания имеет довольно, скажем так, неадекватное протекание болезни. То есть возможны варианты быстрого ухудшения ваших функций зрительных. Поэтому желательно чаще встречаться, как минимум хотя бы раз в 1,5-2 месяца. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на планеті близько 105 мільйонів хворих на глаукому, з них 9 мільйонів сліпі на обидва ока, а 5 мільйонів хворих зареєстровано вперше. В Україні ж нараховується близько 200 тисяч хворих на глаукому. Незважаючи, що на цю хворобу може захворіти кожний з нас, існують групи ризику людей. Ну, група ризику, да, є. Це, звісно, сам возраст, тому що, скажімо,
Понятия точного глаукомы до сих пор еще нет. Ни в мире, ни у нас в Украине. Группа риска могу выделить сразу. Конечно, сахарный диабет. Сахарный диабет сам по себе является, скажем, системным заболеванием организма. И в первую очередь есть так называемые органы мишени. Одним из органов мишени является глаз. Как профилактика, в основном это витамины, сбалансированная диета. Если вы будете держать в узде свой сахар крови, то и заболевание в организме в целом не будет так протекать, как, допустим, у тех, которые не соблюдают ту же самую диету, у которых высокие цифры глюкозы крови. Это один из факторов. Второй фактор – желательно в пище, чтобы было бы больше, скажем, тех продуктов, которые содержат витамины. Именно те микроэлементы, которые нужны для сетчатки, которые в первую очередь гибнет и страдает при диабете. Это в первую очередь, не забываем, самая элементарная капуста зеленая, свежая. Дальше морковка, черника, смородина. Все эти продукты, которые чуть-чуть, может, с избытком, люди, которые имеют эту проблему, чтобы, желательно, чтобы употребляли. Есть, конечно, еще много витаминных комплексов, которые выпускаются различными фармфирмами. Тоже по совету со своим доктором вы можете эти препараты принимать. Гипертоническая болезнь. Даже бытует мнение, если терапевты научатся лечить гипертоническую болезнь, то офтальмологи научатся лечить глаукому. То есть эти два заболевания, как бы друг друга, скажем, большая гипертония, способствует развитию глаукомы. Дальше близорукие, особенно с высокими и средними степенями, вы тоже являетесь фактором риска. Ну, различные травмы, хронические воспалительные процессы в глазе, увеиты, тромбозы, это сосудистые проблемы на сетчатке. Все это может способствовать развитию глаукомных проблем. А якась профилактика может быть взагалі? Профилактика, ну, профилактика как таковой нет. Профилактика одна, это раннее выявление. На данный момент в мире существует, и у нас в Украине, существует довольно большой перечень препаратов, которые даже при очень высоких степенях давления внутри глаза могут стабилизировать процесс. Чем раньше вы начинаете лечиться, чем раньше вы это все выявляется, тем лучше прогноз ваш и вообще протекание всей болезни. Ну, самое главное не впадать в отчаяние, что это глаукома, это все хрест. Ничего подобного. Люди доживают до глубокой старости и имеют еще хорошие функции, капаются. Да, конечно, это трудоемкий процесс, не забывать постоянно капать глаза. Ну, это треба робити. Це вам потрібно. Тож пам'ятайте, що своєчасне звернення до лікаря допоможе ранньому виявленню глаукоми, а виконання всіх лікарських призначень і дотримання режиму може зупинити розвиток захворювання і зберегти зір. Будьте здорові!